редактор звука. Блин, ты кроссовочка. Я все равно стираюсь. Все равно в машинку закидываю. Лучше босиком. Еще. Еще лучше. Голиком. Да. Босиком. Было бы солнце, можно поглядеть. Да, да. Ну, вообще классно. Так, оба. Да, сейчас по глыбе положил, да. Уже мешок. Сейчас хорошо ломается вообще. И меня. Так мне нравится. Я прям скучала. С пузом, когда ездили, не могла это все делать. Не, так приятно. Я тебе говорю, вот в апреле было. Я как ладил эту гору. Редактор звука. Оп. Рабочий процесс. Смотри, я уже поискал разбирал. Об этом, ты просто меня не понимаешь. На секундочку. Ой.
Инстаграм. Сменим ракурс немножко. Где вы еще послушаете такое дыхание? Да это я запись. Хороший вопрос, где моя вторая перчатка? Чик, Володь, если хорошо. Брать вот такие большие, ничего не крошится, ничего не... Ну, это как тут большие нет, видишь? Хорошо, что он тебе не крошится, хорошо. Ну, вообще, нормально. Что, все? Да, не снежки. Угу. Это новое. Это мелочь осталось. Матю, набрать сразу турбу. Че ты один. Там туда же еще можно положить, Володь. Это здоровый. Да какой здоровый? Прикалывайся. Ну да, подними его, прикалывай. Давай. Да. Да блин, ну вот можно это поднять еще, положить. Снизу ты берешь, сверху я беру и все. Нет. Мешок тебе и без этого. И норм, чтобы было. Вот это сейчас пойдет хорошо. Угу. А сейчас выгружать. Ты вот тут, я сверху. И все, и норм. И мешок удобно нести.
все забрал мешки, да? Да. А что это? Да, это я сейчас возьму. Пойди, пойди. Пошла. Съемочка. Слушайте, птицы, пение птиц. Красавчик мой. Ой. Ой, по ноге. Закаленный. Ну, слушай, ну не сравнивай закаленность и сквозняк. Разные вещи. Вообще ничего брать не надо. Ну, в баню ходить. А мне тут фу, ничего и нет. Даже думать об этом не думаю. У меня и не думается, пока ты сейчас не сплю. Ну, не закрывайся. А? Смотри, дотащи его. Тут же ж мне надо еще сходиться. Ногти. А вот на эту арку можно класть? Нет, не стоит? Подожди. Подожди, нормально она. Боялась, думала, ее вдруг. Надо на этой машине у Краснодар смотреть. Зачем? Руд возьми. А? Руд возьми. Угу. Сверху можно, здесь ложи, это хватит, да? Послушайте просто это пение птиц. Мои шаги и пение птиц. Фух. Трудились на славу. Да? Ой, красота какая.
меловой антураж. Слушайте, на самом деле светлее в горах, чем в городе. Время позднее, а тут еще прям даже и меня видно, не совсем темно. Слушаем, слушаем птиц. Я всегда так рада здесь, всегда у меня прям улыбка не сходит с моего лица. Всегда мне здесь, прям всегда здесь, мое настроение приподнятое, всегда. Вот что значит, это прям энергетически действительно мое место подходит мне. Слышите? Ну что, друзья, пора домой. Пам-парам-пам-пам. Какая прелесть.